В Нефтеюганске вручили памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны. Как известно, до Югры вражеские силы не дошли, но сегодня в округе проживают люди из разных уголков нашей страны, которые имеют отношение к фронту. Так, в Нефтеюганске живет Зоя Зубова. В 42-м 15-летняя девушка решила помогать фронту и устроилась на завод. Тогда в Комсомольске-на-Амуре готовили тротил для гранат. Все снаряды отправляли на передовую. А после войны в свои 19 стала главным бухгалтером большого предприятия. Напомню, награды в честь 75-летия Победы получат участники войны, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники. Молоточки. Мы стояли, разбивали этот тротил, чтобы начинять гранаты, начинать снаряды. Вот. И сразу, когда все это делается, начинает и вечером начинают грузить. Еще соплячка была главным бухгалтером и распоряжалась. Все начальники цехов, моряки, офицеры, все. И они приходили, подчинялись мне. Если что-то нужно для цеха, что-то сделать, уговаривают.